Иришка, попрошу тебя. Сейчас я покажу вам, как можно, какие есть рамки на продажу. Держи вот так. Угу. Вот смотрите, вот эта вот рамка, она может быть разного размера, 50 на 60 и так далее, которая нас всегда интересует. Она сборная, здесь самостоятельно крепится на такой крючок. Да, уголочки. То есть все самостоятельно. Ну, если что, прибить молоточком. Ее можно использовать вот так. То есть мы вкладываем картину, называется классическая, когда, видите, закрыты только бока. А можно, Катерина так себе сделала, да? Да. В обратную сторону. Ой, не видно, наверное, да? Вот. И тогда она получается обрамлена. Сюда великолепно можно прикрепить разные крепежки, да. Они, ну, с обратной стороны будут крепиться. В общем, я рекомендую. Хотела завтра привезти попробовать, а кого интересует, потом еще подзакажу. Спасибо. На кнопочку.